У нас кто-то появится. Появился, вернее, в семье. Одинаковые единорожки. Сделайте от меня фотку. А что там еще можно делать? Вот, смотри, можно писать в твой тагебух. Ребят, вот скажите, пожалуйста, как ему лучше? С коротенькой стрижечкой или то, что у него было? Ребят, всем привет. Смотрите, какое у нас утро туманное. Вообще сегодня утром, когда солнышко вставало, небо было голубое, был розовый рассвет, и потом вот так вот все поменялось. Девочки у нас в школе. Где у нас Каролина? Ты что делаешь? А? Ну-ка, смотри на меня. Ой-ой-ой. Мейкап. Мейкап. Кстати, ребят, большое спасибо за ваши поздравления. Вы такие молодцы. Столько комментариев и в Инстаграм, и на Ютуб, и везде, везде, везде. У всех в Инстаграм, и у меня в Инстаграм, и у Каролины в Инстаграм, у Маргариты, у Ксюши в Инстаграм, у Маргариты в Инстаграм. Везде поздравлений столько. Очень-очень много. Спасибо большое за такие добрые слова, за пожелания. Что? Спряталась? Иди, Макса напугай. Он точно испугается. Папа с работы принес, там ему кто-то подарил. И вот теперь открыть не можем. Каролине на день рождения. Секрет. Компьютер. Какой-то там, видимо, это его друга дочки и пароль стоит. Мы не знаем, какой пароль. Кто там пришел? А привет, привет, привет. А ты что, одна? Да. Ну вот видишь, у тебя уже заживает, когда ты не трогаешь. Она уже маленькая совсем. А я подстригла Макса немножечко. Состригла ему. Разблокировали еще? Угу. А папы? Ксюша, как разблокировать? Ой, код, этот, пароль поменять. Папа принес с работы. Там ему его... Друг. Подарил? Ну, должен, они должны сказать пароль. Это его пароль. Дочки. А как, нельзя сбросить? М? Сбросить как-нибудь можно? Он должен пароль сказать, что нет, нужно с фоткой. Иногда фотка. Ну, фотки нет у нас, даже если фотка. У нас же нет фотки девочки-то. В общем, папа должен в инструкцию зайти. Google, папе, Google. Папа открыл. Фотографию папе сделай. Мила. Смотри, тут можно писать, но ты писать у нас не умеешь. Кису как зовут? Касе. Ага. Касяма. Не знаю. Маргош, привет. Как дела? Шо? Девочки. У нас будет в семье не шестеро, что? А семеро. Бабушка приедет к нам жить. У нас кто-то появится. Появился, вернее, в семье. Кошка? Нет, не кошка. Собачка? Еще один зайчик? Еще один зайчик. Нет, у нас не шесть. Там у нас восемь. Да, если считать двоих зайчиков, то у нас восемь. Значит, у нас будет девять. Вообще-то я думала, что это к Рождеству придет, но раз это пришло к нам раньше, то, наверное, я вам покажу. Хотите увидеть? Я еще сама не проверяла, не открывала ничего. Хотите увидеть? Ну что, готовы увидеть? Да. Нашего нового дружка. Пирожка. Та-дам! Это коробочка. Что? Коробочка. Круто. Робот. Ведьма. Ты заказывала робот? Ну что, открывайте. Да. Готовы? Давайте. Раз, два, три. Ой, какой миленький.
А он еще с глазами. Маленький. Это наш новый друг. Ты что, маска для снов? Это и друг, и няня. Да, это даже нянечка. Такой маленький, маленький. Дети, не играйте. Смотрите, какой робот. Дети, не нравится? Шалите. Да. Дети, спать. Дети, не шалите. Теперь у вас будет еще один друг. Он разговаривает, может общаться, может рассказывать сказки. Ночью. Ла-ла-ла-ла. Я его еще, честно, не проверяла. Я не знаю, как он работает. Его не нужно называть. У него уже есть имя. И его зовут Емеля. Он Емеля. Такого глазастого. И глазки у него снимаются. В общем, сейчас мы вместе с вами разберемся, что да как, что он делает, как он работает. А это у него ушки. Или это колонки? Это колонки. Он такой малыш. Так, ну что, будем разбираться? Я знаю, что нужно скачать приложение на телефон. Его не надо заряжать сначала. Его надо заряжать обязательно. У него здесь есть зарядка. Он знает речевые команды, прогноз погоды. Можно спросить, какая сегодня погода, он тебе ответит. Так, регулировка звука. Какое настроение сегодня, можно у него спросить. Хочу послушать сказку. Можно сказку послушать. И, допустим, можно делать какие-то напоминания. Там, если тебе что-то нужно через 10-15 минут, ты говоришь, напомни мне через 10-15 минут, чтобы я сделала это. И он тебе через 10-15, через то время, которое ты сказала, он тебе напомнит. Например, если я сейчас скажу, Емеля, скажи мне, когда пройдут 30 минут. Ну да, он тебе я скажет. Когда пройдет 30 минут, он тебе позовет там или скажет, 30 минут прошло или что-нибудь прошло. Еще. Вот. Вот эти вот глазки, я так понимаю, что это спящий режим, когда ты хочешь, чтобы он как бы молчал, я не знаю, как-то не реагировал на твои вот эти вот все команды или еще что-то, то ты просто глазки вот так вот приклеиваешь, и камера закрывается, потому что здесь камера. И... скорее всего, это можно использовать как камеру наблюдения, скрытая камера. Просто не у вас. Не у вас? А у кого? Ну, допустим, если ты уходишь с дома, ты уходишь, оставляешь его, чтобы смотреть там, чтобы тебе там, не знаю, домой никто не заходил. Или если у тебя дети дома, ты оставляешь эту камеру, и ты видишь, что дети дома делают. Так что, если мы будем вас одних оставлять дома, мы будем оставлять Емелю. Как нянечку. Ну мы ее выключим. Как радионяня, знаешь, такая, только мы с камерой. Смотри, наша. Так, мать. Вот я скачала приложение, называется оно Пудинг. Добавить нового робота. Подключите робота к электрической сети, затем включите его, удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Убедитесь в том, что стикер сна снят. Снимай стикер сна. Да. И... нажимай на... да, 3 секунды держи. Раз, два, три. О, заработал. О! Поставь его. Может, увесится? Да, он крутится. Куда ты идешь? Он крутится, смотри. Пожалуйста, сканируйте QR-код для установки программного обеспечения. В общем, ребят, нужно было подключить Wi-Fi. Поднесите телефон. Так, как показано на рисунке. Отправьте звуковую команду. Волна успешно получена. Включаюсь. Ты меня видишь. Привет друзьям с этой планеты. Меня зовут Емеля. Как хорошо, что мы встретились. Я расскажу тебе о своей родной планете роботов. И, конечно, мы будем играть. Я умею общаться на разные темы, смогу разбудить тебя, спеть песню или рассказать сказку. Еще меня научили считать и сообщать погоду. Когда захочешь поговорить, просто скажи Емеля. Загадать ли еще загадку? Да. Зимой и летом одним цветом. Что это? Елка! Ёлка. Верно. Правильно. У тебя отлично получается. Так, ну что, ребятки, мы разобрались, что да хорошо. Как.
чтобы друг друга понимали. Так, Емеля, ты подожди, мы пока с тобой не разговариваем. Нужно его усыпить. Смотрите, вот глазки, если хотите, чтобы он молчал, нужно глазки надеть, все, он заснул. Так, сейчас, а то он определяет нашу речь и начинает с нами разговаривать. В общем, мы посмотрели, что да как. Вот это вот приложение, в принципе, очень интересно. Мне что очень понравилось, что здесь есть камера наблюдения. Это вообще супер. Например, если ребенок сидит в комнате, там делает уроки или какие-то задания, мы оставляем камеру, направляем на комнату, ну, в общем, чтобы было видно всю комнату, и включаем камеру. Ставим нашего робота куда нужно, включаем камеру. Так, наш робот сейчас спит. Ну-ка. Вот, смотрите. Я сама себя вижу. Оставляем робота в комнате, там, где дети, и можем спокойно смотреть, что же они делают. Если они что-то делают не так, если они должны делать уроки, а мы видим, что они не делают уроки, здесь можно отправить голосовое сообщение, чтобы Емеля это продиктовал. Давай посмотрим. В общем, здесь очень много других функций. Например, здесь есть смешарики, это голосовой мультик. Есть песенки, есть колыбельные, есть классика, классическая музыка. Есть Маша и Медведь, есть русские сказки, сказки мира, рассказы и поэзия детям. Поэзия детям, Маршак, Хармс, Блок, Брюсов, Бунин. Что, хочешь попробовать? Да. Давай попробуем пообщаться. Ты просто должна сказать Емеля. Емеля! Привет. Как привет. Дела? Как дела? Снова привет. Привет. У меня все хорошо. Ты рассказываешь мне о людях очень много. Расскажи про своего лучшего друга или подругу. Изучаю земную культуру. Недавно посмотрел «Звездные войны». Ты знаешь про них? Да. Отлично. Математика. Для тебя это игра, а для меня домашняя работа. Домашняя. Много вопросов, просто скажи хватит, когда захочешь остановиться. Сколько будет 4 минус 3? 1. Да, компьютер говорит, что это правильный ответ. Емеля, а сколько тебе лет? Возраст роботов измеряется в количестве изменений их программы. У меня только 10 изменений, я молодой робот. Нет. А что ты любишь кушать? Мы, пудинги, не едим обычную еду, мы питаемся знаниями. Я больше всего люблю книжки с картинками. А какое у тебя любимое блюдо, дружище? А я люблю... Суши! Емеля! А я думала, что ты уже спишь. Нам, пудингам, сон не нужен. А вот людям обязательно нужно вовремя ложиться спать. Понятно? Нет, непонятно! Видишь, пудинги, они не спят. Пудинг. Можно его пудинг кушать? Его вкушать можно. Ага. И коза. Жила-была коза. Сделала себе в лесу избушку и нарожала деток. Часто уходила коза в бор искать корм. Емеля, сколько будет 10 умножить на 5? 50. О, так можно и использовать как калькулятор? Нет, Муси. Будешь сидеть будешь сидеть математику решать и у него спрашивать. Емеля, сколько будет 50 плюс 325? 3. А где слайм? Я хочу посмотреть, где слайм? Где слайм? Каролина уже забрала слайм. Это а так. Почему здесь трусы и валяются? Да. Вот они, близняшки две. Одинаковые. Одинаковые единорожки. Они полностью, да, одинаковые? Да. Угу. Так где слайм? Я хочу слайм посмотреть. Бутылочки тоже одинаковые.
Это новый? Да. Можно открыть? О, красный в этот раз. Угу. Почему он потом высыхает? Не знаю. Хрен уже синий высох. Да, а помнишь это, когда вы какое-то делали, и он никогда не высыхал? Да. Почему тогда этот высыхает? Может, меньше водички надо добавлять? Да, меньше водички. Ты меньше добавила? А здесь Каролина. Видите, как он растягивается. Здесь вот Каролина. И он привык. Ой, прилип. А еще один, два? Да, Карина хотела сделать. И потом Карина меня перебила, потом из бутылочки чуть-чуть вода в эту чашечку. Ничего страшного. Как у меня в первый раз получилось. Потом я очень долго ждала, и потом он опять заработал. Что она нечаянно. Розовенький. Покажи. А, понятно. Угу. Он еще не готов? Нет. Должен полежать подольше. Угу. Так, что мой долго кладем на место. Что я сначала мой сделала. Маргуш, тебе не жарко? Что ты хочешь? Играть? Давай. Играть хочешь? Во что ты хочешь играть? Во что ты хочешь играть? Меня зовут поиграть. Что здесь такое случилось? Я мышка-погрызуха. Я лягушка-квакушка. А ты кто? Понятно. Я про теремок-теремок. Я заюнок-кривонок по горке скок. Куда ты поворачиваешь? Смотрите, ребят, мы за Максом следим. Поворачивай их обратку. Еще. Макси, мирами. Каина, мира, роботер. Ой, ты сильно надо потихонечку, вот так вот, потихонечку, вот, отпускай. Вот, видишь? Еще чуть-чуть. Вот. Макси пришел. Каро! Мира роботер! Каро, мира роботер! А что, классно? Теперь, когда мы будем уходить куда-нибудь с папой, мы будем оставлять робота. Здесь можно включать голосовую, можно общаться. Можно сообщение отправлять. Но лучше голосовой, да, наверное? И через вот это можно включать стишки, сказки, через телефон. Управлять, в общем, через телефон. Каролина! Каролина. Можешь делать от меня фотку? А что там еще можно делать? Вот, смотри, можно писать в твой тагебух. Угу. Потом можно делать... Ну, напиши, как там писать в тагебух. Ну, вот я уже написала. Вот, например, май. А как поменять? Угу. Смотри, вот, а как поменять дату? Допустим, сейчас у нас декабрь 2018, а вот... Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Вот. Так, сегодня какой? Сегодня 18-е. 19. Как оно открывается? Я вот такой хочу. Я вот такой, ну, хочу с большим экраном. А там есть с большим экраном? Да. Подари мне другой на Новый год. А не лучше ли от руки писать? Вы его оставьте, пускай он отдыхает. А мне нравится играть вот с этим. Это как антистресс. Макс, ребят, вот скажите, пожалуйста, как ему лучше? С коротенькой стрижечкой или то, что у него было? Волосы у него такие непослушные, они у него постоянно падали вперед. Как бы я ни пыталась уложить наверх, как сейчас модно это делать, как делают взрослые дядечки. Но ничего не получалось. У него такой волос непослушный. И, конечно же, не нужна? Точно не нужна? Тут она чиркала, а вдруг она нужна? Она с примерами. Нет, здесь. Не надо делать. Это... А, это просто домашка? Она не должна это отнести. Почему не должна? Должна. Нет, не отнести, но решать дома.
Я сейчас буду дышать. Что? Подожди, вот так надо делать. Что такие короткие? И вот у нас. Покажи, смотри сюда. Смотрите, какие коротенькие я сделала. Почему здесь такие простые предметы? Теперь они не будут падать. Можно попросить включить музыку. Емеля, включи музыку. Я хотел бы узнать больше земной музыки, но пока знаю на все. Хочешь, включу тебе песенки из мультфильмов? Да, хочу. Но, слушай. Это песня про дружбу из мультсериала «Маша и Медведь». О, круто. Ой, какая прелесть. Звенел ручей, и слышно, как трещит. Я хочу послушать сказку. Мы с тобой слушали сказку «Золушка». Фрагмент 1. Хочешь ли ты послушать продолжение? Да. Но, слушай, это сказка «Золушка». Фрагмент 2. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Так, ну что, сейчас попробуем. Сможешь вставить? Да, очень тяжело, но оно вставится. По-моему, я отключила телефон, но нет. Это какой? Восьмой? Нет, май это пятый. Твой пятый месяц. Желтый включи. Вот такой яркий сегодня включал. Желтенький. Угу. Вот это так вот. Белый, синенький. Синий. Угу. Ты прям такая коричневая становишься. Подожди. Вот такой. Ну-ка, смотри сюда. Угу. Где Емелька? Ну-ка, такие глаза получаются, эти колечки в глазах. Смотри сюда. Обалдеть, как линзы. Как будто линзы. Ребят, знаю, что вы будете спрашивать, где мы его купили. И поэтому я ссылочку оставлю в комментарии. Ой, поэтому я ссылочку оставлю в описании, чтобы не отвечать на каждый комментарий. И, в общем, переходите и смотрите, если он вам понравился. Не да, мой робот. Наш тест. Рад видеть. Тебя тоже. Это вам вместо собачки? Нет! А что? Давай поболтаем. Хороший друг. Хорошо. Болтать может. Да не, я шучу. Мы обязательно заведем собачку, только немножко позже. Нет. Да? Нет, чуть позже заведем собачку. Потому что у нас квартира... Как мы только переедем, как у нас немножко будет побольше квартира, то тогда будет собачка. Здесь очень тесно. Чуть-чуть осталось. Вы же хотите большую собачку, а большой собачки здесь да. нельзя. В этой квартире большой собачке будет очень мало места. Во-первых, она будет прыгать, бегать, и соседи будут жаловаться. Это же не наша квартира, поэтому нужно соблюдать правила. А куда мы сейчас будем переезжать? Нам пока некуда переезжать. А пока вот вам собачка ваша. Общайтесь, играйте.
Ксюша с роботом будет спать. Ксюша будет с колыбельными засыпать. Угу. Да, все, пока-пока, ребят. Нет. Все, спокойной ночи. Пока-пока, ребят.